Как правильно уйти от тёлки, если ты с ней живешь? Как правильно разорвать отягчающие совместные обязанности? Как правильно уйти от женщины, с которой ты живешь? А что значит как правильно? А как неправильно? Приведи пример неправильного ухода от женщины. Нет такого вообще, как правильно уйти. Просто взял и ушел. Вот не надо стремиться правильно уйти, неправильно уйти. Просто ушел и все. Не может быть такого правильно, неправильно уйти. И бывает, нет такого правильно, неправильно, хорошо, нехорошо. Есть эффективно и неэффективно для какой-то конкретно цели. Что ты хочешь? Ты хочешь уйти так, чтобы она, например, не знаю, в зависимости от твоей цели, хочешь уйти, чтобы она не начала тебе гадить, например. Да, это цель. Как правильно уйти, чтобы она не начала гадить? Зависит от нее. Есть женщины, которые как бы ты не ушел, гадить будут тебе. Поэтому любой простой, обычный уход, самый неправильный, будет самым правильным для таких женщин, да. То есть зависит от ситуации. Поставь цель, разберись в ситуации, что это за женщина, что тебя с ней там связывает. Это все зависит от этого. А если ты просто хочешь уйти, просто уйди. И ни в чем себя не ограничивай. Люди свободны по определению. Любой человек свободен. Взял и ушел, и все. Никто никому ничего не должен. С этого начинается первое правило эффективной коммуникации на УПИ. Никто никому ничего не должен. Да? Это очень важно помнить. Никто никому ничего не должен. Ты ничего и не должен, она тебе ничего не должна. Ну, кроме ваших долговых расписок, там, счета в банке и так далее. Да? То есть то, что реально можно доказать по закону, что вы кому-то что-то должны.